Фасады и крыши многоквартирных домов акиматы приведут в порядок за счет местного бюджета. А вот лифты отремонтируют на возвратной основе. Наряду с коммунальными услугами жители в рассрочку до 15 лет оплатят ремонт лифтов. Такую норму планируется ввести в законопроект по вопросам ЖКХ. Документ уже вынесен на обсуждение в Мажилис. По словам вице-министра по инвестициям и развитию Каирбека Ускинбаева, уже завершается разработка национальной цифровой платформы ЖКХ. Всю информацию о тарифах и расходах на коммунальные нужды собственники квартир будут знать благодаря мобильному приложению. К датчикам планируют подключить и субъекты естественных монополий. Мы обеспечиваем прозрачность работы взаимоотношений между жителями и управляющими компаниями, должны обеспечить такую же прозрачность в отношении субъекта естественных монополий. Потому что каждый житель и каждый дом должен видеть, сколько генерирует источник тепла, сколько он теряет на транспортировке, сколько заходит в дом, сколько заходит в квартиру и сколько человек платит. Многие нормы законопроекта предстоит пересмотреть, считают депутаты. В частности, ремонт новых домов некачественной постройки. Мирэрт Казбекову смутила норма, согласно которой собственник имеет количество голосов пропорционально общей площади имущества. Это, во-первых, сразу же вызовет недовольство людей, да. Потому что один голос, одна собственность, одна квартира. Это должно быть равное, а не от того количества. Кто-то очередной раз выкупит 10 квартир, или там у него площадь будет там, 300 квадратных метров, и он будет иметь 3 блокирующих голоса, чем человек, который купил в том же доме, у него те же проблемы, но у него будет 60-90 квадратов. Я думаю, что эту норму надо пересматривать.